Привет, дорогие товарищи. Сдаю еще один инструмент. Зовут Элис. По минимализму все. В общем, гриф из цельного кусочка клена тангентального распила. Орех американский. Цельный кусок красняка. Насколько я понимаю, это кайя. Струны сквозь корпус, втулочки, то есть минимализм. Готовские колки, серийный номер 55-18 года. Стриплоки. Датчики ARB, True Axis Set с поворотом на 12 градусов, 12-градусовый или 11-градусовый Bridge Hip Shot. Одна крутилка громкости, ничего больше. И трехпозиционный переключатель телековского типа. В общем-то, телекастер по диалоге, мамонтовый бивень на порожке, монетка серебряная, достаточно толстые струны, строй до. Вот, джескаровские ладушки, компрессионный анкер Гота, готовская пуля, соответственно. Ну, пожалуй, все о самом инструменте. Вот звук. Значит, в бриджике. Дальше там товарищ хозяин пусть выдает ему удобную музыку. Спасибо за внимание. Всего хорошего.